Так, ребят, сейчас у нас занятие по фигурному вождению велосипеда. Пойдемте за мной. Зачем? Велик, смотрите, синий велосипед. Класс! О, ух ты! Вау! Велики! Так, это кто к нам пришел? Здравствуйте, ребята. Все. Здравствуйте, Валерий Вячеславович, здравствуйте. Успокоились. Тишина. Как вас, ребята, инструктор зовут? Кто помнит? Альберт Николаевич, очень хорошо. Альберт Николаевич. Да. А что за ребята? Откуда вообще? Да это наши местные, Валерий Вячеславович. Местные? Да. Замечательно. Давайте, ребята, познакомимся. Меня зовут Валера. Если кто, кому тяжело, можно называть Валерий Вячеславович. Мальчик, тебя как зовут? Юра. Можно Михайлович? Юрий Михайлович, то есть? Юрий Михайлович, у тебя будет специальное задание. Получишь велосипед с успокоительным цепи и должен его испытать самым лучшим образом. Так, а ты, мальчик, как тебя зовут? Вован. Вован? Не Сидоров, случайно? Нет, у меня другая фамилия. Ну хорошо, ладно, не расстраивайся. Все нормально. Так, девочка, а тебя как зовут? Люда. Люда? А тебя, девочка? Аня. Люда, так, Люда, Аня. Кто из вас Люда, Юля, еще раз? Кто Люда, кто Аня? Я Аня. А я Люда. Отлично, так. Надо на вас номера поставить. А то я свой велосипед, они тоже одинаковые, различаю только по инвентарным номерам. А не забудь. А тебя, мальчик, как зовут? Петя. Ну уж, наверное, не Петя, а Петр, наверное. Ну, может, Петр. А можно я кружочек прокачусь? Вокруг земли, что ли? Нет, вот здесь только, рядом. Ну, хорошо, ладно. А тебя, девочка, в белом фарточке, как зовут? Галя. Галя? А полончик зачем тебе? Да я дежурная сегодня. А, ну ладно, положи полончик в стороночку. Мы сегодня на велосипедах занимаемся. А тебя, мальчик, как зовут? Кирилл. Что-то да. Лицо знакомое. Ты сколько раз уже здесь был? Какой раз здесь? Шестой. Шестой раз уже здесь? Хочу тебя спросить, какое твое занятие самое любимое в лагере? Инструктаж по технике безопасности. Ничего себе, ты первый, кто в этом году об этом говорит. Да я только из-за этого сюда и приезжаю. Ну, молодец, просто замечательно. Так, ну и последний, что там? Что за парень? Как зовут? Вася. Вася? Какой ты крупный, какой Вася. Ну, наверное, не Вася, а как тебя ребята в группе называют? Адамыч. Адамыч называют? Николаевич, а почему они его Адамыч называют? Ну как, почему? У него руки золотые, и ни одно дело без него не обходится. Понятно. Ну что, познакомились, давай теперь за дело. Переходим непосредственно к занятию. Сейчас вы прослушаете, как надо обращаться с велосипедом и вообще. Если ты взял в руки руль, посмотри, все ли завернули. Не пускай нам пыль в глаза, проверь лучше тормоза. Вы не против? Нет, мы за. Проверь лучше тормоза. Вы не против? Нет, мы за. Проверь лучше тормоза. Если что у вас скрипит, смажьте дело шито-крыт. Если что качается, а подтяни сломается. Ну что ты ухмыляешься, а ведь в пути сломаешься. Ну что ты дурью маешься, а ведь в пути сломаешься. Верь, крёсток впереди, погляди туды-сюды. Видишь, это пешеход, пропусти, пускай пройдет. Я кричал, тебе махал, пропусти, ты ж не нахал. Все, достал меня, достал, и мне в душу ты. Понятно, ребята? Ага. Да, нам все понятно. Значит, сейчас Юрий Михайлович берет велосипед с успокоительным цепи и идет его опробует. Остальные к Адамычу.